За час такой трудяга раскалывает, как семечки, больше 20 метров асфальта. Работы у экскаватора полный ковш. Каникул не будет. Почти 1,5 километра Ярославской улицы в селе Суражевка – домашнее задание на лето. Сначала рабочие снимут дырявое полотно, потом укрепят обочины и сточные системы. Только потом свежий асфальт появится на этой дороге. Последний раз ремонт здесь сделали в 2011-м. На данном участке дороги предусмотрены работы по ремонту земляного полотна, то есть идет выборка частичная. Ремонту системы водоотвода, это нарезка кюветов, прочистка кюветов, замена водопропускных труб, подъезды к домам и, соответственно, ремонт полотна самого, это замена асфальтобетонного покрытия. Участок ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». 7 тысяч квадратных метров закатают в асфальт уже к концу августа. За работой дорожников пристально следят общественные наблюдатели. У них почти дипломатическая миссия – наладить контакт подрядчика и жителей улицы. Смотрим проведение качества выполнения работ, даем свою независимую оценку, как самих работ, так и взаимосвязи и взаимодействия работы администрации с местными жителями, с заказчиками и с подрядчиками. Мы работаем на голом энтузиазме, выражая свою гражданскую позицию. Вот. Это проект, который, на мой взгляд, поможет дать более ясную оценку, как работает администрация. Благодаря нацпроекту в прошлом году привели в порядок 22 километра региональных дорог. Еще 74 километра отремонтировали в агломерации Владивостока. Такие меры должны уже к 2024 году снизить перегрузку некоторых участков. Данил Макарычев, Максим Нескодубов, Павел Михайлов. Панорама.